Итак, всем привет. Сейчас я нахожусь в Египте на Red Sea Poker Cup. И у нас здесь финальный стол и участник финального стола Веселов Алексей. Привет, Алексей. Привет. На четвертом месте вылетел, да? Да, вылетел на четвертом. Очень обидно, проиграл Coin Flip с двумя десятками против Туз-Король. Если бы выиграл эту раздачу, то стал бы огромным чип-лидером. У меня было где-то 900 фишек, это половина вообще всех, которых есть в игре. Думаю, там бы уже игра была намного для меня легче. Скажи, а вот как тебе вообще игра за финальным столом? Ну, есть пару игроков довольно таких сложных, непредсказуемых. Играть не просто было, скажу так. Как бы, плюс мне еще относительно не заходила карта, то есть там приходилось пару раз исполнять. Там сделал один очень тяжелый кол со слабым тузом. Вот. Так что игра была довольно сложной для меня. Нелегко складывалась. Скажи, пожалуйста, а как ты готовился к сегодняшнему финальному столу? Готовился как-нибудь? Честно, я вообще не собирался играть в этом турнире. Так получилось просто, что мы с девушкой 8 числа сюда прилетели просто отдыхать. Я знал, как бы, что здесь будет проходить этот турнир, но я как бы в последнее время очень много играл, там был в Киеве на РПС, вот, и поэтому хотел просто отдохнуть. И изначально я как бы загорелся поиграть, потом у меня это желание пропало. И просто 15 числа, когда начался мейн-эвент, утром мы проснулись в номере, и мне моя девушка сказала, что ей приснился сон, что я приезжаю просто к ней, вот, возвращаясь к ней откуда-то там вот в номер, и она как бы слышит от меня такую фразу, что я выиграл турнир какой-то. Вот, поэтому я говорю, как бы, ну, наверное, это судьба, надо играть. То есть вещи сон у девушки? Решил исход. Вещи, как бы четвертое место, обидно все-таки. Я рассчитывал попасть хотя бы топ-2, потому что у меня последнее время у меня вот на таких живых турнирах, вот я недавно в РПТ играл, я тоже на мейне занял четвертое место. Хотелось бы уже все-таки выше-выше как бы подобраться, но не получилось. Скажи, пожалуйста, а как тебе вообще поле игроков, если не считать финального стола? Вот ты 2 дня до этого играл, как тебе вообще? Понравилось, не понравилось, сложно, легко? Откровенно, мне было легко. Вот до финального стола мне было довольно легко, потому что, ну, может, мне столы такие попадались, я не знаю, но поле было, в принципе, для меня не сильное. То есть я чувствовал себя свободно. А скажи, как вообще отдыхается в Египте? Как тебе отель, как сам отдых? А я живу не в этом отеле, я живу 25 километров отсюда, как бы у меня другой отель совершенно. Но я доволен, я очень отдохнул, загорел, как бы набрался сил перед новыми катками продолжительными, вот. Так что я доволен. Ну, вот, хотя бы отпуск отбил. Ну, не отбил, даже в плюсе нормально. Ну, отлично, спасибо тебе огромное. Удачи. Спасибо. И с вами был Шумельян специально для CGM.